Девчонки, всем огромный привет! И сегодня будем с вами смотреть, что же лежит у меня в сумке. Это будет tag what's in my bag. Всем, кому интересно, что же я ношу в своей сумке, желаю приятного просмотра, оставайтесь со мной. Итак, моя сумка выглядит вот таким вот образом. Это бренд Coccinelle или Coccinelle. Сапата, где я заказывала интернет-магазин Сапата, называют Coccinelle. Другие интернет-магазины называют Coccinelle. То есть бренд итальянский, но слово-то французское, поэтому транскрипция будет французская. Итак, так или иначе, моя сумка такого вот золотого цвета. Не знаю, буду ли ходить всю зиму с ней, но пока она мне нравится. Мне очень нравится вот такой вот золотой серебристо-бронзовый цвет. Вот такой вот непонятный. Шуба смотрится очень классно, мне нравится. Она такая вот достаточно широкая, вместительная, поэтому видео будет долгое. Что касается самой сумки, сумка безумно качественная, это натуральная кожа, у нее очень крутая фурнитура, то есть, как вот вблизи покажу сейчас, она очень такая толстая вся эта фурнитура, все это очень красиво смотрится, вот, значит, замочек сам, очень красиво. Сама сумка, я не знаю, мне очень нравится, я прям фанатею от нее. Она мягкая, я, кстати говоря, хотела жесткую сумку, пришла мягкая, но я не расстроилась, так как я могу в нее кучу всего набить. Вот, так, смотрим, что же наконец у меня в сумке. Прежде всего у меня лежат здесь две тетради. Я студентка, поэтому мне нужно где-то писать. И далее у меня здесь лежит крем для рук. Я всегда с собой таскаю крем для рук, потому что руки у меня безумно сохнут. Это крем-бальзам для рук от Organic Shop. Значит, японский спа-маникюр. Далее у меня лежит здесь косметичка. Очень такая хиленькая косметичка. Это косметичка от Guerlain. И здесь практически никогда ничего не лежит. Потому что с собой я практически не ношу косметику. Значит, из косметики здесь лежит матирующие салфетки для лица. Люблю эти салфетки, потому что моментально убирают весь блеск с лица. Очень-очень классные и бюджетные. Стоят в Литуале 79 рублей. Далее здесь лежит маленький хайлайтер от Benefit, High Beam, мне нравится, я практически ничего здесь еще не использовала, вот, сейчас хожу с ним, потому что он дает такое вот серебристо-розовое сияние, очень-очень классный. Далее здесь у меня от Clarins Eclat Minute, блеск бальзам, у меня оттенок второй, персиковый, на губах все равно смотрится розовый из-за пигмента губ. Ну, что поделать. Далее, почему-то у меня здесь лежит масло чайного дерева от The Body Shop. Хотя давно уже им не пользуюсь, почему-то у меня лежит в косметичке. Далее, здесь у меня пластырь с медведем. Помада MAC Viva Glam 1. Это такой вот красный цвет. Мне этот цвет именно идет, мне очень нравится. Далее помада от Dior, 986 оттенок, кучу раз уже показывала, фаворит мой осенний фаворит. Очень-очень классная помада, кстати говоря, у меня на губах сегодня. Она очень гелевая, увлажняющая, классная помада, но, к сожалению, не стойкая. Далее здесь лежит маленькая кисточка от Chanel, совсем такая крошечная скошенная кисточка от моих любимых теней от Chanel. Вот, и все. Все больше здесь. Здесь лежит невидимка. И все. Содержание моей косметички. Далее в сумке у меня лежит кошелек. Он толстый из-за мелочи. Тут очень много мелочи, очень много чеков. И я не знаю, я почему-то собираю чеки во всех магазинах. В Пятерочке, в Икее, где угодно я собираю чеки зачем-то к себе в кошелек и потом их массово выкидываю спустя год. Странная привычка. Здесь у меня также крабик в виде мишки, часто закалываю им волосы, например, на работе или дома, очень-очень удобный такой вот. Далее здесь у меня лежит чехол от очков, сейчас я без очков, сейчас я в линзах, значит, чехол у меня вместе с очками лежит в сумке. Так, очки мои выглядят таким вот образом, кто еще не видел, значит, это бренд Кес оправы, вот, очень милый такой леопардовый чехольчик. Далее у меня здесь лежит зарядка от телефона Samsung. К сожалению, не родная зарядка, у меня Galaxy S3. У них идет зарядка отдельно шнур USB и отдельно вот этот вот блок. Это зарядка от какого-то из Samsung в нашем доме, вот, но я заряжаю свой телефон.
А, далее у меня здесь в кармашке в отдельном лежит телефон и студенческий. А, студенческий такой страшненький уже. Очень ужасный, со страшной фотографией. Непродленный. Ну, все печально, короче говоря. Значит, телефон. Телефон у меня Galaxy S3. Вот в таком вот чехольчике, бампере. Очень классный. Он такой, как зеркальная поверхность, покрытая маленькими-маленькими капельками воды. Очень круто выглядит. Извините, кого слепила. Суперский. Ну, единственное, что он скользит. Он очень скользкий, поэтому нужно быть аккуратнее. Далее у меня здесь лежит вот такой вот пробник от Chanel. Он здесь лежит уже порядка полугода или года. Точнее, он качует из каждой сумки в сумку. Значит, он до сих пор пахнет. Это Coco Mademoiselle. Я его кладу в сумку для того, чтобы в сумке пахло Coco Mademoiselle. Мне этот аромат не нравится, но чтобы хоть чем-то вкусным пахло в сумке. Вот, здесь вот так вот он выдвигается. Вот. То есть очень стойкий аромат, до сих пор вот пахнет как новый. Такая вот штучка. А далее у меня здесь флешка. Флешка Микки Маус. Покупала две флешки, Микки Маус и Минни Маус. Ну, точнее, это Минни Маус. Здесь так написано, мило, Минни. Вот, Микки Маус у меня у молодого человека и без рук, без одной руки. У меня целая невредимая флешка на 8 гигов. Использую для учебы и храню там некоторые фотографии. Далее у меня здесь лежит самый суперский бальзам на свете от Medis Cosmetics. Как-то так это называется, продается в Ривкоше. У меня с кокосом. Так вот это выглядит. Мне подарили уже год назад. Я думаю, что просто куплю себе новый сейчас. Он незаканчиваемый, нескончаемый. Хотя я им пользуюсь каждый день. Он пахнет великолепно, ненавязчиво кокосом. И он фантастически выравнивает поверхность губ. Увлажняет губы, приводит их в порядок. То есть даже покруче Кармакса будет. О, тут есть замазка даже. Я ее уже искала давно. Такая старая, убита. Ей уже, наверное, года полтора вот так вот, до сих пор жива. Далее. Здесь у меня лежит Kinder Surprise. Сам вот то, как яичко это. Не знаю, что там внутри, сейчас посмотрим. А внутри там ничего, там такого марка. К сожалению, сам Kinder забрали. Далее у меня здесь лежит вот такая вот визитница, книжечка. А здесь я храню все свои карточки. Храню здесь айсик свой, банковскую карточку, карточку танцев, танцевальной школы пластика. Далее здесь храню читательский билет, карты Ривкоша, Литуаля, все остальные карточки. Вот, что тут? Ну, в принципе, ничего знаменательного так интересного нет. В общем-то, карточки различных магазинов, всего остального. Все это храню вместе, мне так удобнее. Во-первых, эту штуку не нужно открывать, когда вы, например, пробиваете в метро карточку. То есть вот здесь вот ничего не надо открывать. И все карточки теряются, находятся вместе, удобно. Кроме того, у меня лежит здесь две ручки. Одна из Fix Price, кстати, неплохая гелевая ручка. А вторая у меня Пилот. Ну как Пилот? Хорошо пишет. Как любой студент, сумки и ручки. Далее у меня здесь расческа Тейван. Это Advanced Techniques. Расческа обычная, вот здесь вот такая, с редкими зубчиками и с частыми зубчиками для начеса. Очень удобная, она как будто прорезиненная или что-то в этом роде, поэтому волосы от нее не очень электролизуются. Далее лежит здесь Нозивин, так как я недавно болела и до сих пор так. Иногда насморк, поэтому лежит капля. И также у меня здесь лежит на 50% скидку сертификат Wasabi, который сдается около метро. Ключи лежат с классным брелком, вот таким вот привезенным из Италии, из Рима. Очень крутой брелок. Таких я привозила три брелка, два других отдала подружкам. Вот, подарила, точнее, этот мой вот такой вот с очень крутым сердечком, звездками. В последнем вот кармане у меня здесь лежат куча наушников всевозможных, от iPod'а, от Galaxy S3 и от планшетника, по-моему, маминого. И также у меня в этом кармашке лежат серьги мои с сапфирами, любимые самые серьги. И также
и также колечко лежит. И лежит паспорт в такой вот очень крутой красной обложке. Здесь у меня вот так вот как выжжено или оттиск какой-то, что-то в этом роде. Итак, девчонки, это все, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось то, что у меня лежало в сумке. Обязательно отписывайтесь в комментариях, что интересно у вас лежит. Спасибо, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И все, всем пока-пока. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы эта зима была самой-самой... И все, пока-пока, до новых встреч в моих видео.